Ой, ты этого хочешь? Он прикольный. Няшка. Да, я хочу вот этого. Вот такой рыженький, вообще красавчик. Mm-hmm. Ладно, Полина будет нас покупать в Рига. Я тебе покажу все таки типа. Да. Вот этого. Это у нас вот эту чудо. Нежность. Да, это, кстати, моя розовая мечта. Настя это знает. Сейчас будет. Все, я нажимаю. Сейчас будем выбирать. Сейчас будем с вами, ребят, выбирать имя. Мой все, держим кулачки, я нажимаю ОК. Yes, 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 congratulations on your new course. Да, ребята, мы сделали это. Ну все, я просто самый счастливый человек на этой планете. Мы самые счастливые люди. Это просто невероятно, это самый лучший день. Так, ребят, всем снова привет. Я наконец-то перезашла после небольшого такого временного промежутка. И сейчас я готова посмотреть на нашего ангела, которого мы с вами купили. Вот, но перед этим я хотела бы вам сказать такую реально важную новость. Она заключается в том, что я изменила свою политику по поводу добавления в друзья. Это не значит то, что я не считаю всех подписчиков своими друзьями, хотя, может быть, вы так можете подумать, но просто я так сделала чисто для того, чтобы я видела, где вообще мои друзья, чтобы я смогла добавлять тех, с кем я реально общаюсь. В отличие от людей, которые просто сидят в дыре и все, я, конечно, очень извиняюсь. Точнее, нет, я не извиняюсь. Но просто, действительно, конечно, извините, ребята, те, которые были очень активными, пытались как-то поддерживать контакты со мной в дыре, но как бы очень часто все вот это желание пообщаться выражалось в том, что «Привет, ты где?», а я как бы не могу так общаться, поэтому, к сожалению, мне пришлось поудалять из друзей всех тех, с кем я не общаюсь, или те, кто были бы даже просто подписчиками, потому что не потому что я такая злая и там не хочу с вами общаться, а просто потому что вообще друзья — это такая тема, которая очень много вызывает разных сомнений и обид, потому что когда место в списке кончаются, начинают литься просто ужасные всякие споры и всякая прочая фигня, типа, почему ты его добавила, меня нет, и начинается вся вот эта дичь. Вот, и к тому же наложилась такая проблема еще, что я реально не могу добавить тех людей, с которыми я, правда, общаюсь очень тесно, с которыми мне нравится общаться. Вот, поэтому как бы чисто из-за этого я решила закрыть уже доступ к себе в друзья, и теперь у меня только те люди, с которыми я действительно общаюсь. Вот, так что, ребят, больше я не буду добавлять в друзья просто подписчиков. Это не значит, опять же, что я такая пафосная, просто, ребят, если вы меня смотрите, вы меня понимаете, то вы должны для себя уяснить, что это не значит, что я не люблю вас. Это значит лишь то, что мне это будет проще и удобнее, вы должны это, мне кажется, понять уже наконец. Ну и ладно, такое небольшое лирическое отступление, просто действительно это важная очень тема, и сколько уже раз говорить по этому поводу, я не знаю. Вот. Теперь давайте, наверное, уже зайдем и посмотрим нашего англика просто. Я сегодня так долго мучилась, точнее, мы с Полиной сегодня так долго мучились с этим багом, потому что он что-то не работал, и в итоге мы перезашли на английской версии. И тогда у нас уже все заработало. В общем, давайте, наверное, зайдем уже и посмотрим на нашего замечательного коняху. Чего ты спотыкаешься, моя прелесть? Я не знаю, это было какое-то такое спонтанное решение, хотя я раньше очень давно планировала купить себе английскую чистокровную, но что-то как-то вот, не знаю, захотелось именно сегодня. И да, ребят, я извиняюсь за мой гнусавый голос, просто я действительно болею, да, как-то говорю в нос. Собственно, и поэтому, да. И вот что я говорила про друзья-то, ребят, я затрагиваю эту тему не просто так, а именно, чтобы многие понимали, что не нужно, блин, сраться в комментариях в ЛС, типа, чё ты меня удалил, чё ты меня то-то. Блин, действительно, это не то, что я вас не люблю, просто мне так проще, я уже не буду никому это объяснять, отвечать на все эти гневные и вообще абсолютно непонятные комментарии, поэтому, да. Вот, я вам все сказал. Здесь нашего англика нету.
нам придется. Наш клубный апрель стоит с плохим настроением, к сожалению. Так, давайте, наверное, небесного восхода. Вот он. У него почему-то вместе. Короче, его зовут Fire Desire, типа огненная страсть или огненная жажда. В общем, давайте уже посмотрим на этого англика. О, боже мой. Мне он уже безумно нравится. Давайте пройдем к нашему огненной, к нашей страсти. Ва. Ребят, просто ва. Давайте сядем. О, боже мой. Кстати, большая лошадь, высокая довольно-таки. Действительно высокая. Давайте выйдем. Эй, эй, эй! Стой! Ты чё? Давай, дверь, пусти меня. Пусти меня. Выбегаем скорей. Вау, ребята, какой красивый конь. Боже мой. Он действительно прям огненный. Давайте нацепим маничку. Не знаю, конечно, подходит она или нет, но что-то как-то парится по этому поводу. Вообще неохота. Давайте пока без этого. Вот такой вот у нас конь с такой интересной анимацией. Ну, в общем, как и все английские чистокровные. Вот, я даже не знаю, это у нас будет мальчик или девочка. Кстати, знаете, он для лошади первого уровня очень так довольно-таки быстро и резко поворачивает. А у него уже, кстати, неплохие навыки, то есть это уже хорошо. Так, ладно, давайте посмотрим на нашу все-таки лошадь, она у нас новая. Мне кажется, это будет определенный фаворит. Блин, фаворит. Давайте, кстати, да, отсортируем лошадей, потому что наша солнечная леди что-то как-то стоит на проходе. Мне это, честно говоря, не очень нравится. Вот, поэтому давайте отсортируем наших коняшек. И знаете, что я еще заметила? У него очень круглая попа! Yes! Да. Симпатично. Симпатично, ничего не скажешь. Давайте выйдем и заценим нашу лошадь. Мне кажется, теперь я буду на нем ездить просто не слезая. И опять же, вы можете меня корить за то, что... А, еще один, кстати. За то, что, собственно, у меня очень много некачанных, так сказать, лошадей. Вот. Но, тем не менее, что-то тут как-то очень много англов. Подозрительно много англов. Давайте кто-нибудь отъедем и посмотрим. Вау! Кстати, очень-очень неплохо. Мне очень нравится. Давайте опять же кто-нибудь... Ой! Ой-ой! Очень милая лошадка. У нее очень такие носочки миленькие. Или опять же чулочки. Очень он интересно так стремительно бежит. Не знаю, конечно, буду ли я делать клипчик с этой коняхой. Посмотрим. Но он реально быстрый. И многим нравится английский чистокровный, многим не нравится, но я как-то придерживаюсь такой, не знаю, не то чтобы нейтрально, но они реально симпатичные, на мой взгляд. Ну, блин, у них интересная анимация своя. Да, кстати, скорее всего, это все-таки будет, даже не знаю кто, мальчик. Да. Давайте посмотрим дубы. Ну, собственно, дубы, как будто там кто-то ролит, давайте... Давайте нарушим их личное пространство. Ха! Так, ладно. В общем, лошадь действительно очень интересная. Вот, нисколько не сожалею, что потратила деньги, потому что я хотела купить англа, собственно, вот купила. Так, давайте теперь посмотрим, как он ходит назад. Ну, он так мило поджимает голову. Вот. Еще, кстати, очень интересная масть. Рыжеватая. Так, я предлагаю нам доехать до Серебряной Поляны. Мы уж пешочком, наверное, давайте доскачем. Вот. И, кстати, да, если вы давно, опять же, смотрите меня, то вы, думаю, знаете, что это действительно... Вот у меня две такие мечты. Это исландик, тоже рыженький, и англ рыженький. Да, мне они просто оба безумно нравятся. И еще плюс рыжий шайр. Это просто тройка, не знаю, Dream Team. Для меня, то есть, три такие... Лошади, мне почему-то безумно нравится вот эта вот масть. Мне кажется, это уже абсолютно ненормально, но тем не менее, да. Мне... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот, чё я скакала-то сюда? Я хотела посмотреть причесочки. Да, так что можно сказать, что моя мечта, что ли, сбылась. Но опять же, мы намучились просто с ней. Да, мы просто с Полиной умирали, пока покупали этих лошадей. Да, ну, как я уже говорила. Так... Да, вот его такая анимация, он очень интересно закидывает голову. В принципе, похоже чем-то на Моргана. Да, они все так делают.
Давайте посмотрим, что же мы можем, какие прически мы можем ему сделать. Мы можем сделать шишечки, но мне они пока не очень нравятся. А можем сделать так, можем сделать так, а можем сделать так. Честно говоря, мне кажется, что его собственная прическа довольно-таки интересная, и что не нужно как бы... Давайте нацепим все-таки бантик. Что не нужно ничего изменять, что лошадь и так очень интересная и очень красивая. И да, давайте, наверное, пройдем какую-нибудь трассу одну, например, у Стива. Она как раз... Ой. Она как раз не длинная. Точнее, короткая. Вот, и, собственно, посмотрим на эту лошадь в действии. И мне кажется, она действительно быстрая для первого уровня. Но может, конечно, потому что у нее хорошее настроение. У меня всех лошадей до этого было плохое настроение, но у этой лошади настроение хорошее. И это просто, конечно же, не может не радовать. Да, у нее очень какой-то интересный, специфический... Блин. Отпусти меня! Ай-яй-яй, успею. Очень такой специфичный бег. Реально анимация отличается от всех лошадей, которые были у меня до этого. Ну, по мне так. Так. Вот. Но мне, опять же, лошадка нравится. Думаю, нет смысла советовать, потому что англичане вообще очень популярны. Мне кажется, это вообще одна из самых популярных и часто покупаемых лошадей в Star Stable. Наравне с Шайрами, Фризами, Морганами. Вот. Кто-то даже вообще считает их самыми лучшими в этой игре. Ну, не знаю, мне безумно понравился именно вот этот вот мальчик или девочка, блин, я даже не знаю, кто это. Ну, потому что, как бы, огненная жажда, желание, там, страсть, сложно определиться. И да, кстати, прыгает высоко. Прыгает очень высоко и очень эффектно. Вот. Давайте уже добежим до конца. И будем как-то подводить, что ли, итоги, или как это сказать. Да, ребят, я очень надеюсь, что вы рады этому видео, потому что, ух, я-то как рада. Как же я-то сама рада, это просто представить нельзя. В общем, да, опять же, я просто очень сильно рада, потому что лошадка действительно достойная, очень интересная, и, да, мне безумно нравится, потому что это, опять же, мечта. Умиляет меня ее очень, ее вот эта вот анимация, вообще, ее весь внешний вид от начала до конца. Вот, поэтому, да, если вам понравилось видео, вы знаете, что можете делать. Я прошу вас быть солидарными с моей точкой зрения, с моей, опять же, политикой относительно друзей. Я думаю, что настоящие, так сказать, настоящие друзья, даже если они не находятся в списке друзей, поймут и примут к сведению то, что я сказала. Надеюсь, что это было просто не пустые слова для вас, по крайней мере, надеюсь. Ну, в общем-то, на этом было все. С вами была, как всегда, ваша Настя Мир. Безумно сильно люблю вас. Вот, опять же, желаю вам всем удачи, хорошего настроения и да, всем пока.